Доброе утречко, всем доброе утречко. Я проснулась где-то в 9:30 сегодня. А так, хочу просто болталку сделать. Вот. Попробую такую болталку сделать. В общем, у меня есть сосед. Вот. И... Ну, вчера мы с ним пообщались, и я хочу рассказать эту историю. Вот я заметила, есть такая категория мужчин, которые очень общительны. Сейчас скажу, нет, конкретно буду про него рассказывать. Ну, вот года три назад мы начали общаться с ним, ну, то есть мы там с детства знакомы, все дела, но мы начали с ним общаться. Так, обо всем и ни о чем. И я часто, допустим, я захожу, он спрашивает, куда пошла, там, ты откуда, куда. И сначала я как-то, да, скрывала. Ну, я такой замкнутый, ну, в каком-то смысле закрытый человек. У меня есть страх оценки, страх осуждения очень сильный. Я очень боюсь, например, про себя рассказывать на самом деле. Вот. Особенно, ну, вот, и всегда у меня есть такой страх оценки. А он всегда, куда пошла, там, что делаешь, то все. Это немножко походило на допрос. Вот. Заботит меня. Вот мне сейчас неохота там думать, чтоб как свет был, вообще неохота об этом думать. И я как-то, да, и в какой-то момент он использовал такую уловку. Так, в общем, ну, я там иду в магазин, и он такой, Куда пошла, не скажу, что делаю, я тоже не скажу, да? То есть, кстати, вот тоже я подумала, классный такой трюк, который можно использовать, да, когда, может быть, какое-то поведение в человеке для тебя лично нежелательно, можно как бы описать его поведение, да, как бы в начале диалога, как бы в шутку, так. Ну, то есть я такая думаю, действительно, иногда вот я так вот выгляжу, что куда пошла, не скажу, что делала, не скажу. На самом деле это все от, ну, чувства какого-то стыда, страха оценки у меня очень сильно, что как оценят, вот не важно, чтобы меня там хорошо оценили. Ну ладно, не буду сейчас это. И да, и после этого я как-то стала что-то ему рассказывать, даже такие вещи, которые там не всем рассказываю. Вот. Ну, или там как будто бы боялась там из-за чужой оценки рассказать, а тут я как бы ему рассказываю. Вот. Но я заметила такую вещь, что когда, ну, то есть он, получается, такое общается, все спрашивает, там вместе, ну, домой идем, то все. Но как только появляется, то есть он идет с девушкой, это вот такое, ну, максимум, привет. Меня эта ситуация стала не... Я наблюдала такое поведение у парней вообще, в принципе, да, как бы очень странное. Вот. Опять же, есть парни, которые как при девушке общаются одинаково, так и, ну, в общем, когда, ну, в общем, нету разницы, да? Вот. Ну, есть разница, может, вы в компании там общаетесь или, ну, в общем, ладно. Мы вчера гуляли, и что-то мы разговорились на тему вообще дружбы. Ну, как вот удерживать дружеские отношения, там, вот, ну, получается, что у всех свои дела, да, и как вот удерживать эти дружеские отношения, и вот его мнение там, что дружба держится на каких-то интересах, там, на столке, велосипед, рыбалка, ну, как-то вот, мне кажется, это что-то функциональное, да, ну, я поняла, что мне такой вариант дружбы не подходит, потому что я человек душевный. Вот, и получается, то есть не стало там рыбалки, и все, и друга нет, так получается, да? Ну, я все-таки больше креплюсь, ну, к людям, ну, привязываюсь по душевной какой-то, вот, что душевное общение и так далее. Ну ладно. И я ему сказала в конце, слушай, меня не устраивает, что ты при девушке, типа, привет, вот так холодно, это действительно очень холодно как-то. А как только ее нет, ты там разговариваешь, мы вместе там идем, гуляем, там до дома гуляем, что-то о чем-то разговариваем, да, ну какие-то такие. Он говорит, так это нормально.
у меня нормально, типа, со мной все поведение нормально, так и надо себя вести, я поняла. Ну, то есть это про то, что как важно вынести конфликт наружу, да? Я даже, ну, я как бы, конечно, меня это не устраивало, но в целом мне он не очень, как, ну, не, мне что-то в нем нравится, что-то не нравится, да? Вот, но... В общем, мне это как бы, я даже так сильно не выводила на уровень сознания, да, что меня это не очень-то устраивает, это где-то в подсознании было. И тут я вывела этот конфликт наружу, мы поговорили, и человек говорит, так, ну, то есть мне казалось, что это какая-то случайность, что, ну, может быть, там он и боится, но, может быть, в общем, это как-то так оправдывало, это обрисовывало, что, может быть, я сама там как-то особо там привет и пошла дальше, да. А тут прям человек говорит, так да, я считаю, что типа так и надо себя вести, это правильно. И мне это так не понравилось, что я решила, что я не буду с ним больше общаться. И вот это, кстати, тоже моя форма такого, ну, может быть, как-то к избегающему, да, можно там по какому-то... Ну, в общем, неважно, да, то есть общаться, общаться, раз резко прекратить общение. И все, и вот. Но я поняла, что меня это не устроило, и вот у меня к нему, да, я как вчера так обозначила, у меня к тебе претензия. Не думала вот как-то, что я обозначена, вот как обозначила, и хоп, и так интересно получилось. Говорит, так да, я так считаю, что это правильно себя вести, так, именно так и надо. А ты, говорит, как думала, как по-другому? Ну, я знаю парней, которые общаются одинаково, что при девушке, что без девушки, да, как общались, так и общаются, вот. В общем, меня это не устроило, я решила с тобой больше не общаться. Вот. Потому что меня не устраивает такое положение дел. Потому что когда я встречу, я такого, ну, привет. Максимум, да? Как только девушки нет, все тут же, куда пошла, зачем пошла, что делала, про хобби с ним разговариваю. И когда я ему говорю про хобби, ну да, ну как-то не знаю. В общем, какие-то нарциссические черты я в нем вижу, вот этого обесценивания тоже. Ну ладно, не буду, в общем, в это углубляться. Надеюсь, сегодня мой день пройдет конструктивно, вечерочком мне на подработочку. Вот, конечно, такое есть расслабление, что мне только вечером, никуда не надо. Вот. Смотрю на небо. Здесь так птиц слышно. Вот, и хочется расслабиться и забить на все эти планы, но мне, как зависимому человеку, очень важно, да, прописывать планы, структурировать свой день, чтобы не было вот этого ощущения какой-то полнейшей расслабленности. Тыра-тыра-тыра-тыра-там, тыра-тыра-тыра-тыра-там. Та-да-та-да-та-да-та-да-там, тыда-тыда-тыда-тыда-там.